У нас хотят отнять последнее, что осталось. Мои труханы и Катин Левчуган. Какая-то бабулька и шкет в маске начали нас преследовать, и мы бежали туда, куда глаза глядят. Мы вернулись к Семёнычу и отдали ему машину. Ну, Катя ее почти разбила, конечно, когда парковалась, но в итоге мы ее затащили в гараж. Я не знаю, как нас пронесло, но они нас даже здесь не увидели. И вроде все бы хорошо, они сейчас уйдут, и мы уйдем. Но я забыл мотоцикл на улице, а грабителю он явно понравился. Он решил забрать его домой. Но тут-то было бы, если бы у Кати железные сиськи не были. Она взяла лом в руку, выбежала на улицу и шандарахнула грабителя по башке. Вот это боевая баба, понимаю. Любому грабителю с ноги двоечку с вертухана между глаз пропишет. Не Катюха, а Джеки Чан, ёпты. Ну, наверное, вот эти макароны с котлеткой я съем. Или подожди, или может креветки в маринаде. А может запеченные мидии под сыром? Сейчас, подожди, я посмотрю, что здесь у нас еще есть. Пельмени жареные, грибы сушеные, перловка вареная, капуста, морковка, помидоры. Ты смотри, какие яблоки огромные, Кать, смотри. Здесь у нас и миндаль, и грецкий орех, и голубика, и клубника, и малина, и мамина мама, и мамина перловка, и мамин... Ну, может, хватит уже? Чё хватит? Может, хватит умничать уже? Но я знаю, что у нас нет еды. Это бы была малейшая проблема, если бы у нас не было еды. У нас холодильника нет. Нам некуда еду складывать даже, что ты просто понимала. Ну и что ты тут вот это вот самое. Размандился, ты хотела сказать, да? Да, как слезть со стула, скажи лучше. Жопу просто нужно поднять, и тогда слезешь. Вот, попробуй. А, вот молодец, научил. Слушай. Что? Ты вот мне расскажи, пожалуйста, у нас столько бабок с тобой сейчас есть. Ну пойдем в магаз, ну давай купим хотя бы еды, мы с тобой голодаем уже 100 лет. Кать, у нас 26 тысяч. И 26 тысяч только из-за того, что мы с тобой 2 айфона продали. Хоть я на самом деле не знаю, почему мы с тобой пошли на поводу подписчиков. Под прошлой серией все начали жаловаться, то, что продайте айфоны, вы бомжи, но у вас есть айфоны. Ну продали мы айфоны, и что дальше с этими бабками? Так пошли, еду купим. Можно хлеб затащить, он здесь находится до нашего переезда, он здесь уже стоял. Мне кажется, он твердый, просто как бетон какой-то. Ну ладно, пошли. Кстати, Катюх. Я знаю то, что здесь в городе у нас пятерочка находится, и мы там ни разу не были. Пошли. Че, конечно, зачем нам туда ходить, если у нас нет денег? Уже деньги есть, у нас, да, холодильника нет. Так, давай, ты спускайся, Катюх, я возьму мотоцикл. Пошли. Давай. Я опять побегу за тобой, а ты поедешь? Ну, знаешь, у меня есть мотоцикл, у тебя нет мотоцикла. Мой мотоцикл Наташа охраняет, поэтому я пошел. Вернулся! Да почему?! Вернулся! Да почему? Вернулся. Почему? Вернулся. Почему? Вернулся. Почему? Вернулся, поставил велосипед свой обратно Наташке и идем пешком. Завистливая собака! Вот заработаешь, купишь мне второй, будем вместе кататься. Я себе заработаю, я себе второй куплю, а не тебе. Будешь за мной бегать. Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяешься, никто тебя не ест. Тебя муха целовала, сказала, ты свинья параша. До свидания, не будет тебе никакого мотоцикла в этой жизни. Пошли! Ну да, мы... Двери за собой надо закрывать. Именно. Пошли в магаз, мы же каждый день ходим с тобой по 5 километров. Вот так им... А чё, пятерка далеко? Да, в заднице просто же по сливке, поэтому давай, пошли. А пока мы шагаем дружно в ряд, дружный семейный нас с Катюхой отряд. Катюх, что мы попросим у подписоты сделать на этой серии? Я не помню, что надо делать. Ай, Дуримондовская. На канал подписаться, потому что моя днюха как бы уже скоро, а до 4 миллионов подписчиков, сколько там осталось? Не знаю, надо посмотреть. Ну вот, чуть-чуть осталось. Ну вот видишь, что прям, ну, очень мало осталось. А если у тебя кнопочка горит вот таким цветом, то нужно сделать так, чтобы она горела серым. Из красной в серый. Не будь пописякой, подпишись. Сделай мне подарок на день рождения, чё, блин? Надо было тебе по башке ударить, чтобы цвет поменялся. Нет, он и так поменяется, если он подпишется, вот. Слушай, далеко там еще, не? Ну, как тебе сказать? Ну, метров 50. Это самое место, где нас хотели грохнуть? Это то самое место. Пошли. Бабуленцы, вот это нет, поэтому нужно валить отсюда как можно скорее.
А вот и пятерочка, Катюх. Гастроном! Так если пожрём. Пятерочка. А мадемуазель, прошу, заходите внутрь, заходите. Вот это поворот, вот это первый раз в жизни вообще сейчас приключилось. Что, я сплю, разбудите меня, пожалуйста. Что, я тебе дверь мне... открыл? Да, это шок, конечно. Ты офигела? Я тебе каждый день двери открываю. Отойти нужно от такого шока, подожди, аж сердце прихватило, подожди. Ну поумничай, поумничай, да. Я хочу ягодок каких-нибудь, ну-ка, поня. Хочешь ягода, я хочу тебе губозакаточную машину купить. Опа! Хочешь удар по яйцам? Не, я по яйцам не хочу, но яйца хочу. Удар по яйцам, всего... Мне стукнут по яйцам всего лишь за 21 рубль 90 копеек. Я думал, сейчас мамонт задыхается, что это было? Вот это страсть, Катюхина, морковка. На 2,5 рубля дешевле, давай возьмем, пожалуйста, много морковки хочу. На 2,5 рубля дешевле морковка. Вот вы не представляете, насколько вот этот заяц обожает морковку. Она в день жрет по 5 килограмм этой морковки. Ладно, бери сколько хочешь, тут набирай, я пойду за тележкой. Беру все. Ой, подожди, ой, что-то не то, что-то... И это что-то не то. Катюх! Да, чё? Иди сюда, подойди. Иди сюда. Ты что, бочку сломала, Дуримунда? Ты зачем бочку сломала? Я морковки забираю себе все. Ты две бочки сломала. Две бочки морковок? Да. Зачем тебе 200 килограмм морковки? Будем сочек каждый день делать. А, свежевыжатый, да, не джуз. Керет джуз. Только проблема в том, что у нас соковыжималки нет. Я буду, собственно, ручно выжимать. А, хорошо, садись. Сейчас ты меня бросил? В смысле бросил? Я сзади тебя иду, Дуримонда, голову поверни назад. Сейчас закружу тебя, закручу вокруг себя. Только не сблюйся, пожалуйста, Катюха, не сблюйся. Все, вылезай, сейчас охранник какой-то нас заметит, подумает, что мы с тобой два имбецила. Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас пироги всякие. Может, сделаем себе праздник, Катюх? Может, торт какой-то? Суши. Кать, знаешь, я читал в интернете одну историю, то, что кто-то купил суши в пятерочке и так обдристался, то, что никогда больше суши не захотел покупать. Поэтому... Как думаешь, если... Я думаю, то, что да, если ты все же купишь суши, тогда у нас с тобой вдвоем будет диарея прям такая лютая, мы с тобой один туалет не поделим. Поэтому не-не-не, я суши не буду брать и тебе не советую. Ну ладно, я по ним просто походила ногами, думаю, точно не стоит. Ну да, после такого точно не стоит. Это что? Мороженое хочу съесть. Да успокойся ты со своим мороженкой. Посмотри, какие тортилямбы здесь. Где ты? Свадебные, походу. Я так, не вижу тебя. Сзади тебя, налево. Да. Какой ты охранник. Где? Налево поверни, налево. Вот. Где ты? Ты что, издеваешься, что ли? Стоишь на столе, значит, я тебя не вижу. Конечно, блин, ты убираешь, что ли? Мне кажется, зачем тебе свадебный торт? Мне кажется, с Катей нужно в прятки поиграть, она меня тогда никогда в жизни не сможет найти. Ну, в смысле, свадебный торт, ну прикольно же, смотри, какой он большой, какой он вкусный. Че, других тортов, что ли, нет? И тем более, скоро свадьба. Какая? Ну, у кого-то на этой планете же скоро свадьба будет, вот мы в честь него и заточим торт дома. Вот тебе язык просто, вообще... Гуляй, не хочу, пойдем. Ну подожди, ты себе покупаешь вот эту всякую фигню? Я хочу яблочки взять, я люблю... О, 25 фигню? Яблок. Ну в смысле, я пошутил! Святую морковку, не фигню. Так, я себе яблочки возьму, 25 яблочек. Потопали. Так, бананы, обожаю бананы, сразу возьму ящик себе бананов. Вот сюда, ты тоже бери, что тебе надо, только не надо рассказывать. Господи помилуй. Кать! Я? Кать! Что такое? Кать, это, наверное, мой рай. Ты посмотри, сколько перчиков вокруг сушеных чили. Посмотри. Так, один стак, второй стак, третий стак. Катюх, нам 3 стака чили перца хватит? Да, у меня просто морковок уже весь забитый инвентарь, а так все хорошо, да? Кать, зачем тебе 4 бочки морковок? Ты столько в жизни не съешь. Хватит... На будущее. Ты, чё смотри... он пучит-то? Хватит воровать воришки. То есть, по твоей логике, люди, которые приходят в пятерочку закупиться, они воруют? Тогда этот Шкалатрон тоже там что-то ворует. Слышь, не надо тебе покупать эти хот-доги, честно, жопа разжиреет, будешь как просто, я не знаю.
Пошли, умники, пошли, умники. Смотри, дядька встань. В одной руке 5000, в другой руке айфон. И вот у меня тоже когда-то был айфон. Но я его толкнул Ашотику, и больше у нас нет айфона. Ладно, пойдемте со мной к директору. Зачем? Ты дурак? Да мы ничего не воровали, придурыш, да... Ёперный театр, иди сюда, я сейчас ему все покажу, то, что у меня есть. Держи. Ножницы верни, я видел, охранник спер ножницы наши. Да выворачиваю я карманы, выворачиваю, вот смотри, это все, что у нас есть, плюс баксы. Слушай, мужик, у меня только гаечный ключ. Ты дурак? Вот, а у меня лом. Хочешь ломом по дыне? А у меня гаечный ключ, я сейчас тебя вот этим гаечным ключом прихлопну, понял? Да, я уже одного прихлопнула, так что заткнись, ясно? Еще солярка есть, хочешь попить? Пойдемте к директору, слушай, ты дурь... Да ты душный такой, кошмар! Хрен в погонах, отстань ты от нас, мы пришли закупиться, ты что пристал-то? Это мы сейчас пойдем к директору и скажем директору, то, что ты, зараза, пристаешь к нам. Директор, он тут к моей молодой женщине домогается! Увольте, пожалуйста, его с работы, если вам, конечно, не лень! А еще он требовал от нас деньги, взятку. Взятку он нас шантажировал и сказал то, что сдаст полиции, то, что якобы мы здесь что-то своровали. Иди отсюда, пипидастровый усатый. Ты смотри на них. Катюх, иди сюда. Первый раз в жизни, ну не первый, ладно, первый раз после нашего банкротства. Я хочу купить креветки. Пожалуйста. У нас же сейчас есть немножко денег, ну давай купим вот это. Я думаю, ж против, что ли? А! Ты меня уже покорми за эти две недели, пожалуйста. Вот именно так, креветосы есть, бананы есть, перцы есть, солярка есть. Еще, кстати, надо будет потом мой моцик вот это заправить. Морковка есть, что еще нам надо, Катюх? Я не знаю, два мяса, хотя кого-то... Все сказала. Кабачки может? Давай мясо возьмем. Мясо. Да я мясо здесь не вижу на самом деле. Опа. Давай не мясо, давай рыбу. Давай рыбу. Мидии. Не, мидии это слишком уже зашкварно. Давай рыбку возьмем. Две рыбки вот эти. Одну тебе зажарим, другую мне. Смотри. Вот так. Как тебе? Я багетик еще возьму. Хлебушек, люблю хлеб. Давай, бери хлебушек. Здесь у нас что? И мороженое хочу. Да какой? Катюх, я возьму на всякий случай на черный день нам доширачка немножко. 6 штук, хорошо? И что у нас какая здесь? Какая жрачка? Доширачка, а не жрачка. Какая Дашка? Ты там ничего уже... Да никакой Дашки, Дошик. Да, доширак. Даша, значит, какая-то. Понятно, ой, все, я ухожу. Да, Даша у нас рак очень большой. Так, творожок возьму, Катюх, я возьму творожок, ты не против? Хотя почему ты должна быть против? Так, творожок взял, да, это я про, взял, я про, я не люблю, кукурузу взял, яблоки взял, бананы взял, торт. Давай торт, а, подожди, я еще хлопья хочу взять. Хлопья взял, все вроде, все. Вот, чтобы вы понимали, я взяла только морковку и хлеб, а он берет уже магазин. Печеньки возьму. Ну все же удар по яйцам как бы нужен, он нежелательный, но все же возьму. Так, Катю, все, вроде закупились прям по полной. Пошли, давай. И креветки взяли, и все, что только можно взяли. Ой, господи, опять очередь пятерочки. Это пятерочка, это как бы классика. Типичная, да. Классика, классичная. Типичная. Ну, постоим. Постоим. Да, мы стоим. Как бы нам некуда спешить. Да, можем, в принципе, постоять. Куда нам вообще, в принципе, в этой жизни спешить? Да мы постоим. Да стоим. Да мы стоим. Стоим. Да, принципе, пока что стоим. Да, стоим. Но только я не понимаю, а сколько нам нужно стоять? Да, я тоже не понимаю, сколько нам нужно стоять. Женщина! Вы там работать будете, нет? Чё, одна касса-то открыта в этой странной пятерочке всю жизнь? Вы видите, какая очередь? Откройте вторую кассу, мы тут до посидения стоять будем. Слушайте, умники, я тут работаю вообще-то. Рот закройте, ждите очередь. Ля, ты посмотри на нее. Ну, это как бы... Это классическая пятерочка. Классическая пятерочка, типичная. С классическими продавцами. Классическая продавец, да. Постоим. Ну, постоим. Пока стоится хорошо, тогда и постоим. Как стояться перестанет, так не будет. Да, как только стояться нам надоест, сразу перестанем стояться. Стоянка закончится. Когда время оплаты настанет на стоянке в очереди, тогда мы... Че ты крутишься, вертишься, смотришь куда-то, что ты хочешь? Иди сюда. Ага, очередь потеряем. Иди сюда, не потеряем. Стоянка-то стоит. А здесь у нас, смотри. Куда? Пожарная тревога. И чё? Я сейчас на нее нажму. Они все обгагундеются, да, потому что как бы пожар. Убегут из магаза,
Я потом выключу эту пожарку, и мы станем первой в очереди. А то, ну посмотри, она вообще не двигается, она стоит на месте. Кассирша, вы будете работать в этой жизни хотя бы, за что вам деньги платят? Ага, вот именно. Ну чё, как тебе мой план? Давай попробуем? Ты сумасшедший. Я знаю, ты такая же. Давай попробуем. В принципе, я не против. Всё, готов. Я сейчас нажму, сразу же беги в начало очереди, хорошо? Давай, давай. Давай, давай, раз, два, четыре. Ой, пожар! Ой, пожар! Мешок с картошкой горит! Ой, бегите, 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 морковка горит, морковка подожглась, бегите, охранник, выводите всех на улицу, выводите, выводите, пожар, ой, тушите картошку, пожалуйста. Всё, вырубай, я смотрю, женщины на кассе, у вас стальные сиськи, да, что вы как бы сидите, да, мы, в принципе, разложим тут продуктики, рассчитайте нас. Мы, в принципе, такие же, мы не боимся всяких пожаров, поэтому, ну, в общем, смотрите, это все креветки, посчитайте, Катюх, выкинь там морковку, это посчитайте, пожалуйста. Ты почему мне шкалатрон хот-дог какой-то выкинул? Я не люблю хот-доги. Так, вот это держи, вот это и вот это держи. Погнали. Да. Ой. Катюх, ты в курсе то, что это все можно было в пакетик сложить, а не по одной морковке себе засовывать? Нет. Так, погнали дальше. И еще чуть-чуть. Ой-ой-ой, обратно сюда не вернулась, я тупая. Я знаю. Заткнись. Обратно 47 морковок ко мне вернулось, да ёпарасы ты. Сраный Майнкрафт. Ты кого только что оскорбила? Это бан. Это Кассирша, забаньте её, пожалуйста. Неудобный интерфейс. Вы посчитали морковку? Я могу забирать? Посчитайте, пожалуйста, сколько с нас. Всё, забираю морковку, брат. Ага, давайте, считайте. Ой, хлебушек еще, хлебушек. Хлебу мы хлебушек брали? А, ну еще хлебушек там пробейте, пожалуйста. Так, это все, что мы взяли, вроде все. Ой, Катюх. Ну и бургер, пожалуйста, мне пробейте вот. Не, давай бургер не надо никакой. А я... Все, она уже посчитала, С вас 2997 рублей и 4 копейки. Ага. Здесь 4 копейки. 4 копейки. Короче, держите 3000, 3 рубля, оставьте себе на чаевые. Ты сегодня щедрый. Я сегодня прям щедрый. Не все, валим домой. Не благодарите, пошли. Вы как бы нам нахамили, но 3 рубля, как бы хорошо. Ну шо, сколько у нас бабок осталось? Ну смотри, у нас с тобой еще осталось 23 тысячи. Так, сколько нам у нас за квартиру скоро платить, смотри, да? Через 2 дня нам нужно отдать 12 тысяч за квартиру. Получается, 12 тысяч мы отдаем за квартиру. У нас с тобой еще остается еще 11 тысяч. Плюс-минус. Ну, нам еще как бы нужно на бенз тебе туда-сюда. Да, ну, не на бенз, на солярку нужно, да. А, ну да, мы же бомжи. На солярку. Ну слушай, я бы на самом деле... Ежа купить еще. Ежа? Какого ежа? Пердежа. Пердежа купить? Как... Освежитель пердежа, ты хотела сказать. Да. Ну, Кать, 11 тысяч, как бы 11 тысяч, давай помаленьку домой пойдем. 11 тысяч, это, в принципе, хорошо, на 11 тысяч можно еще прожить. Мы с тобой такие молодцы, мы с тобой раскоширились, купили продуктов на 3 тысячи, нам за хату нужно заплатить, мы с тобой продали 2 айфона, это тоже очень даже хорошо. Но проблема в том, что эти 11 тысяч, которые сейчас у меня есть, они уйдут... У тебя? Да, у нас. Они испарятся за считанные дни. Это как бы хорошо, то, что мы с тобой вот так тратим направо и налево. Но проблема в том, то, что мы с тобой не зарабатываем. А если не зарабатываем, то деньги рано или поздно могут кончиться. Подожди. Ты тоже сейчас о том же подумал, о чем я подумал? Вать, Машу нам хана. Мы ж с тобой устроены на работу в Макдональдс. Когда мы там последний раз были? В прошлом столетии, по-моему, по моим расчетам, если я не ошибаюсь, нам пипец, в принципе, как бы, ну, без вариантов. Подожди, а чё мы с тобой такие два дуримондовские человека, то, что мы с тобой забыли про нашу работу? Да ну как тебе сказать, нас тут убить хотели просто, еще тут мотоцикл, мы голые бегали, там, тракторы всякие, ну и просто, наверное, забыли нахрен про работу. Раз, два, три, ноги в руки, руки в ноги, ноги на голову, голову на плечи, побежали! Бегу! Да я не могу быстро бежать, как ты, блин! Давай! Кать, как ты думаешь, если мы сейчас вернемся в Макдак, менеджер, возможно, не заметит то, что, ну, нас там не было буквально 2-3 недели? Да, она не заметит, чувак, она не заметит, конечно, только если у нее нет глаз. Думаешь?
Ну ладно, проверить-то точно стоит. Мы уже почти пришли, вот уже чуть-чуть, но мы немножко опоздали на работу на 3 недели где-то. И смешно, но нет. Давай, как бы ничего не было. Ага. Давай. Первая, заходи, ага. Опа, давай, ничего не было. И ты тут школотрон! Как ты сюда успел приехать раньше нас? Ну я тебе говорил то, что бургер будешь жрать, жопа растрястеет просто, как кабаненок мелкий будешь. Ну давай жри свой бургер. Иди сюда, быстро. Давай сюда. Слышь, Катюх? Катя, давай сделаем вид, что действительно ничего не было. Давай ты иди становись за кассу, а я пойду разносить вот это бургеры. Давай, быстро, за кассу, быстро. А у меня формы нет. Да у меня тоже нет формы, дома забыли, ничего страшного. Так, я жду заказа и начинаю разносить все. Кать, давай. Свободная касса. Здесь свободная касса, ага. Не, посетителей сегодня мало, как бы. А, что я принесу? Ой. Да, просто, да, а что, нас разве давно не было, Кать? Да, просто не работаем, все хорошо. Сколько нас не было? Ну, часа два? Ну, я не знаю, что говорить. Я тоже не знаю, что говорить. Что обычно в таких случаях делают? Умоляют на коленях, Кать, вставай на колени, я не знаю. Нет, я просто спрячусь за тебя. Форму сдали рабочую, проваливай отсюда. А, у нас форма дома. У нас форма грязная дома, мы ее сегодня не принесли. Мы же работали, как бы, ну, да. Просто постирать, там, закинули, да. Все дела. Ну, простите нас, пожалуйста, ну, первый раз же, нас простили, ну, второй раз, ну, можно, правда, но мы больше так не будем. Ну, менеджершка, ну, пожалуйста, ну, любименькая, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, в жизни говно иногда случается, у нас случилось, нас там ограбить хотят. Свалили отсюда нахрен, чтобы я вас не видел больше тут. Пойдем. Ладно. Извините, мы подвели, подвели весь Макдональд. Кто меня ударил? Он тебя, собака, ударил. Это козел. Ладно, прекрасно, иди сюда. Мы с тобой поднялись, заплатили за хату, точнее арендовали ее на Макдаке. Продали айфон и почувствовали власть, да? То, что нам уже больше не нужно ходить на работу. И вот нас выгнали к чертовой бабушке отсюда. Ну, школотрон стоит. Да пускай себе стоит. Пучит. Чё зыришь, глаза пузыришь? Чё тебе надо? Ты чё, бомбино, придурки? Ты посмотри, какие растут, а? Я в шоке просто. Вот если у меня будет ребёнок, который будет подобную вещь говорить, я ему в жизни никогда Майнкрафт не куплю. Будет пассианс. Суровый отец. Я буду суровый, понимаешь? Хорошо, что нам хотя бы есть куда идти. Да. Но скоро нас и оттуда выгонят, если мы не будем платить за хату. Стой! Да чё? Мы в жопе. Да. Вот в такой. Какой? Глубокой! Вот такой!